упаковывать не будем, что ли? Нет, мы упаковывать их всех будем. А что, я... Понимаешь, я не знаю, как сейчас там упаковка заниматься. Ну, то есть, нет, ну, с президентским все понятно. Вот это за Путина, это за Зюган, вы это за Мирон. Здесь мы их рассортируем. Ключ, не получится. Мы как, если просто пачками, типа там на 3 пачки это все раз. Зачем на 3, на 2? Ну, мы привезли 2,5 пачки. Не получится. Сюда по 1000, короче. Одному тележка, а по 2 по 3. Сколько там будет? А эти отдельные и эти на 2. Пусть зачем. В одну только не лезет. Не, ну он тяжелый, а что это? Нет, просто да. Это полоска с галочкой. Так меньше места займет. По-моему, у нас лидер появился. Так, и второе место, наверное. 42 плюс 180 плюс 34 плюс 40 плюс 12 плюс 17. Да, можно поздравить. 325. Вот. Первое место вот у нас на удивление, да, на муниципальных выборах абсолютно не такая же, как на любых других раскадровках партий. Второе – это Расов у нас получается. Вообще, да, очень третье у нас получается Волкова. Волкова. Третье, четвертое – 286 Кузякин. 211, да. 223 дальше у нас идет Дударев. Пятое место. Да, 223. Потом у нас идет 211 Пономарев. Нет, подождите, 211 Ребров. Так, это шестое. Дальше у нас идет 207, да? 207 Пономарев, седьмое. Сколько их должно пройти? 10. 3. А? Так. 10 всего. Нет, 3. Отсюда, отсюда 3 пройдет. Слесарева получается восьмое. 189. 155. 168 это Мирошкин, это у нас получается 9. 10. Так, как точно, по этим побили. Теперь давай, давай вот их просуммируем по голосам. А смысл? А зачем? А зачем? Ну так, интересно. Сойдется. Лишняя сходялка. Она никуда не сойдется. Нет, подожди, сейчас сойдется. Мы это уже складывали. Да не надо, не надо. Ну, голосам мы не бесполезно складывать. А, ну да, все. Ну, интересно их поделить на три и посмотреть. Зачем? Количество примерно... Дома поделишь. 2,5. Количество бюллетеней примерно получим. Если ты их поделишь на количество выданных бюллетеней, ты получишь за скольких участников, сколько участников выбрал каждый. Полтора человека, да? Ну, в основном два полтора землекопа будет. 2 с копейки выбирали. 2,7. Thank you.
количество бюллетеней, опущенных в урну по муниципальному голосованию. Ой, у меня все снимается, да?